Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» провели встречу с представителями советов домов в Новой Трехгорке. Главной темой стала организация дорожного движения в микрорайоне. Из-за узких дорог и плотно припаркованных вдоль них машин обзор проезжей части сильно ограничен, что волнует прежде всего родителей, отправляющих детей в школу. Чтобы исправить ситуацию, депутат окружного совета депутатов от «Единой России» Ирина Грабарчук предложила дополнительно оборудовать хорошо освещенный пешеходный тротуар на улице Кутузовская.